Одной ненастной ночью на нас напали сухопутные акулы. К оружию! Акулы на пристани! Шабры — слабое место. Как рыбку разделать? Как рыбку разделать? И это все, что ли? Шабры — слабое место. И это все, что ли? И это все, что ли? Разобравшись с акулами, я пошла искать вожака. Пора найти вожака этих тварей. Добыла трофей – плавник волноглота, а потом загнала его за круглую сумму. Грузила прав. Акулы охотятся в одиночку, так что брехня это все. А сейчас я расскажу, как поймал самую большую рыбину во всем Азероте.